Хвойный забег ждет любителей активного отдыха. Он пройдет в это воскресенье в археопарке Ханты-Мансийска. Организаторы приглашают бегунов преодолеть две дистанции – 1,5 и 5 километров. На сегодняшний день уже заявилось около сотни человек из Югорска, Щучинска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Тюмени, Покачей и Ханты-Мансийска. Кроме того, попробовать свои силы на дистанции выйдут и участники форума «Утро». Но точное количество их будет известно позже, так как сегодня на форуме пройдет пересменка, и в столицу Югры приедут новые участники «Утро». Каждый участник забега получит медаль финишера. Напомним, что выдача стартовых номеров для тех, кто проживает в окружной столице, пройдет 6 августа, сегодня. Иногородние бегуны номера получат в день старта. Забег начнется в 17:30.